Привет, меня зовут Катя, и в этом видео я хочу показать, как сделать абстракцию, используя текстурную пасту и масло. Сделать ее очень легко и интересно. Сейчас я покажу, как ее сделать. Поменяю камеру так, чтобы вы видели. Работать я буду на полу. Передо мной здесь сейчас все материалы, которые я вам покажу. На данный момент я сделала вот такой вот приготовительный, так сказать, холст. И здесь уже есть текстурная паста. Сейчас покажу, как я это сделала. И дальше буду сюда пытаться налить масло, приготовленное уже заранее. То есть цветовая гамма, выбранная заранее. Попробуем посмотреть, как они будут друг с другом, так сказать, сливаться. И посмотрим результат. Ну что ж, у меня получилась такая картина. Это финальный результат, или его можно считать финальным. Если вам интересно посмотреть другие мои работы, то ссылку на свой сайт я оставлю внизу. Всем пока!